Стояла поздняя осень, с деревьев давно облетели листья, и только на верхушке дикой яблони еще висело одно единственное яблоко. В эту осеннюю пору бежал по лесу заяц и увидел яблоко. Но как его достать? Яблоко высоко висит, не допрыгнешь. Кра! Кра! Смотрит заяц. На елке сидит ворона и смеется. Эй, ворона! Крикнул заяц. Сорви-ка мне яблоко! Ворона перелетела с елки на яблоню и сорвала яблоко. Только в клюве его не удержала и упало оно вниз. Спасибо тебе, ворона! Сказал заяц и хотел было это яблоко поднять, а оно как живое вдруг зашипело и побежало. Что такое? Испугался заяц, а потом понял. Яблоко упало прямо на ежа, который, свернувшись клубочком, спал под яблоней. Ёж с просонок вскочил и бросился бежать, а яблоко на колючке нацепилось. «Стой! Стой!» – кричит заяц. «Куда моё яблоко потащил?» Остановился ёжик и говорит. «Это моё яблоко! Оно упало, и я его поймал!» Заяц подскочил к ежу. Сейчас же отдай мое яблоко, я его нашел. К ним подлетела ворона. Напрасно спорите, говорит. Это мое яблоко, я его сорвала. Никто с друг с другом согласиться не может, и каждый кричит: «Мое яблоко!» Крик и шум на весь лес. Уже и драка начинается. Ворона ежа в нос клюнула, еж зайцами иголками уколол, а заяц ворону ногой легнул. Вот тут-то медведь и появился, да как рявкнет. Что это такое? Что это за шум? Все к нему. Ты, Михаил Иванович, в лесу самый большой, самый умный. Рассуди нас по справедливости, кому это яблоко присудишь? Так тому и быть. И рассказали медведю все, как было. Медведь подумал, почесал за ухом и спросил. Кто нашел яблоко? Я, сказал заяц. А кто яблоко сорвал? Я! Каркнула ворона. Хорошо, а кто его поймал? Я поймал! Пискнул еж. Вот что! Рассудил медведь. Все вы правы, и поэтому каждый из вас должен получить яблоко. Но тут только одно яблоко, сказали еж, заяц и ворона. Разделите это яблоко на равные части и пусть каждый возьмет себе по кусочку. И все хором воскликнули. Как же мы раньше не догадались! Ёжик взял яблоко
и разделил его на 4 части. Один кусочек дал зайцу. Это тебе, заяц! Ты первое яблоко увидел. Второй кусочек вороне отдал. Это тебе, ворона, ты яблоко сорвала. А третий кусочек ёжик себе в рот положил. Это потому что я яблоко поймал. А четвёртый кусочек ёжик медведю в лапы положил. Это тебе, Михаил Иванович. Мне за что? Удивился медведь. За то, что ты нас всех примирил, уму-разуму научил. И каждый съел свой кусочек яблока, и все были довольны, потому что медведь рассудил справедливо, никого не обидел.